Новая техника передана Государственной службе национальной безопасности Министерству чрезвычайных ситуаций. Президент Садыр Джапаров принял участие в торжественной церемонии передачи военной техники. В своей речи президент отметил, что продолжается работа по снабжению современной техники и новыми технологиями. Строятся новые пограничные заставы, жилые дома, закупаются беспилотные летательные аппараты, бронетехника, транспортные средства, автомашины высокой проходимости типа «Тигр» и другое вооружение. Чегараны кайтарууда зарыл болгон жаңы чегара тозоттору, турак үйлөр, учкучсуз учуучу аппараттар, брондолгон техникалар, автоунаалар, алдыңарда тургандай, тигр үлгүсүндөгү тоо таштардан, жолсуз жерлерден өтүү мүмкүнчүлүгү жогору болгон автоунаалар жана башка курал-жарактар сатылып алынууда. Бул жерден мен расмий түрдө айтып коюшум керек, тизмектелип өткөндөрдүн баарын мамлекеттин бюджеттиги эсебинен тагыраак айтканда буга чейин адат болуп калган мурда колдонулган эски техникаларды эмес жаңы техникаларды сатып алып жатабыз. Буга чейин аскер техникалары жалаң гана гранттардын эсебинен жардам катары эски техникалар келип турган болсо эми мындан ары заманбап жаңы техникаларды өз акчабызга сатып алып турабыз. В прошлом году из бюджета было выделено 7,5 миллиардов сомов, а в этом году выделено около 3 миллиардов сомов. В целях обеспечения пожарной безопасности на основе проекта, реализованного совместно со Всемирным банком, было приобретено более 58 пожарных машин на сумму более 5 миллионов долларов.